Дай почитать. Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Марьяна Романова – действительно настоящий мастер ужасов. Ее книга «Болото» затягивает, завораживает, как в пучину, проглатывает наивного и доверчивого читателя. Впрочем, с одной стороны все просто. Есть семья, папа, Максим, мама, рада. У них разрыв и отношения не очень. Дочь Яна, странная, утичная. Умственно отсталый сын Сашенька. И неожиданное позднее дитя, совершенный Мишенька. Чтобы спасти семью от распада, родители решают поехать в деревню. И вот тут все и начинается. Их дом находится недалеко от болота. Туда, как говорят, уносят младенцев. А еще есть странная соседка Марфа, а у нее вечное воспоминание про свою подругу-ведьму Аксинью. В середине книги появляется Лариса, сбежавшая от давления секты. Атмосфера мрачная и становится все мрачней с каждой прочитанной страницей. Марьяна Романова – безусловно способный автор, предпочитающий нелинейное повествование, передает атмосферу точно и загадочно. Но с развитием действия у нее получается не очень. Медленно и монотонно. В погоне за невероятным и чудесным Романова помещает на один квадратный метр табуны ведьм. Автор пытается испугать читателя, но этому читателю ни чуточки не страшно, даже приятно находиться в этой ужастиковой атмосфере. Автор использует ставшие ей привычными темы из предыдущих книг «Страшные истории» и «Мертвые из верхнего лога» утомляют длительные и невнятные описания жизни секты и описание превращения Аксиньи, которая становится на четвереньке, воет и бегает подобно волку. Утомляет и описание Яны, явно сложного подростка. А еще непонятно, что силой сделала Марфа и почему убили подругу Аксиньи Женю. Все жутко, хотя и предсказуемо. Страшно, хотя и механизм создания понятен. Атмосферно, хотя и примитивно. Но это чудесное чтение для летне-осеннего вечера где-нибудь в глухой деревеньке или на даче. Марьяна Романова, Болото, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать.